Самое главное, мне понравилось в изменениях, это действительно, что минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума. То есть это, думаем, уже, наверное, так и случится, что искоренит действительно наша бедность, которая у нас определенно, она, конечно, есть. Что касается других моментов, и, наверное, это правильно, два президентских срока и ряд моментов, чтобы, что касается Конституции Российской Федерации, должна преобладать над международными законами. Действительно, сегодня Россия очень много судится. И когда вот наш закон, Конституция, высший уж закон будет преобладать, я думаю, это пойдет в пользу нашей России.